После 10 минут в таком кресле я готова к любым подвигам и свершениям. Все, решено, покупаю. Вот только какое кресло необходимо именно мне? Может быть офисное? А может быть вот это красивое белое? А может быть коричневое большое? Оказывается, они очень сильно отличаются друг от друга, и не только внешне. Набор основных функций для массажных кресел примерно один и тот же – роликовый и воздушно-компрессионный массаж. Различие в объеме функций. Чтобы проверить, какой обеспечит тот релакс, который нужен, лучше протестировать несколько вариантов. Есть и другие виды массажных кресел. Бывают автомобильные массажные накидки, которые вы можете использовать в автомобиле. Также их можно и в автомобиле, и дома использовать, вынув их из автомобиля. Бывают офисные массажные кресла, которые вы можете поставить около рабочего стола и весь день находиться в них, оно не будет мешать передвигаться к столу, то есть полноценно работать, когда вы устали, сделает вам массаж. Словом, вариантов много, цены и функции разные. Подобрать можно только исходя из собственных предпочтений. Общее одно – польза для организма. Основная польза от массажных кресел – это то, что они разминают корсетные мышцы позвоночника и дают тем самым нашему позвоночнику восстанавливаться. А также они делают массаж ног, который тоже немаловажен для работы всех наших внутренних органов, а также для правильного формирования стопы, что немаловажно при ходьбе. Если у нас неправильно сформирована стопа, то при ходьбе и беге мы получаем дополнительную нагрузку на позвоночник. Еще один приятный бонус – такая мебель может иметь самый разный дизайн, который подойдет к любому интерьеру.